Как мы спасаем собачек от жары? У нас есть вентиляторы, а также есть вот такой передвижной кондиционер, поток воздуха которого можно направлять в разные стороны. То есть, когда собачки ложатся вниз, мы направляем поток вверх, чтобы их случайно не простудить. Гуляем мы с собачками только рано утром и поздно вечером. Днем Тея ходит в туалет на пеленку, ну, собственно, как и мать. Еще вот так мы спасаемся от жары. Я намочила полотенце прохладной водой и укрыла им Тею. Вот она так ходит. Еще когда она ложится, отдыхает, я тоже укрываю ее прохладным полотенчиком. То есть шерсть под полотенцем остается достаточно прохладной. Мальчику маленькое полотенце утяклось, которое Тея разорвала. Можно руку засунуть и попробовать прям. Вот это прям прохладненько. Мартику я только накинула. На солнце 41 градус. Собачки вот лежат. Мартик. Видишь, что они хорошо лежат. Брахицепальную мордочку, даже у нее бока не ходят, ей комфортно. И у нас здесь вот вентилятор работает, направлено как раз таки вниз. Вот сюда воздух идет. Хорошо попадает. Да, Таечка? Хорошо тебе? Сейчас лазит снизу. Собачечки мои, хорошие. Также периодически я собачкам смачиваю лапки и животики водой, что также помогает им охладиться. Мальчик очень прям горяченький, животик у него такой. Мамочка, но у меня животик горячий. Такая водичка прохладненькая, но у него не холодная, он ледяной. Все, сейчас полотенчиком чуть-чуть посушу. Сегодня охлаждаемся вот так. Вентилятор и Тея лежит под прохладным полотенчиком. Она не против. Здесь еще стемнело. 36 градусов. Еще я охлаждаю вот так вот Тея. У меня брокколи замороженные. Да я ее так не задержу руки. Нет, не грызи, Таечка. Вместо мороженки обрезаю. Охлаждаю.